В сегодняшнем выпуске, узнавая еврейского Иисуса, вы узнаете, какое значение имеет скини израильтян для вашего хождения с Богом. Оставайтесь с нами. Равин Шнайдер — это голос, взывающий в нашем потерянном мире и направляющий людей к Иисусу. Шалом, я Синтия, жена Равина. Спасибо, что вы сегодня с нами. Я искренне верю, что сегодня вы получите от Бога что-то важное, если будете открыты к тому, чтобы услышать Его и познавать Его. Да благословит вас Бог. Шалом. Меня зовут Равин Кёрт Шнайдер. Добро пожаловать на программу «Узнавая еврейского Иисуса». Я продолжаю серию пророческое исполнение Божьих осенних праздников. Я рассказываю об осенних праздниках, перечисленных в 23 главе книги Левит, которая на иврите называется «Ваикра». Там не сказано, что это еврейские праздники или праздники для Израиля. Это дни, назначенные Богом. Если у вас есть отношения с Богом Израиля, или через Иешуа, царя Иудейского, эти осенние праздники относятся и к вам сегодня. Я рассказываю о последнем в этой серии празднике под названием «Праздник Кущи» или «Суккот». Мы уже говорили о празднике Труп или Рош-Ха-Шана, мы говорили о Йом-Кипуре, Дне Искупления, и продолжаем изучать праздник Кущи. На прошлой неделе я начал свой рассказ об этом празднике. Если вы пропустили этот выпуск, непременно его посмотрите. Я заложил историческое основание для праздника Кущей и показал вам историю его зарождения в 23 главе книги Левит. Сегодня я поговорю о практическом значении этого праздника для каждого из нас. Одна из главных идей, которую несет в себе праздник Кущей, такова: «Бог с нами». В древности израильтяне жили в кущах под названием Суккот. Это индивидуальное жилище, которое в единственном числе называется Сукка, а во множественном — Суккот. В центре скопления таких жилищ стояла скиния Бога. Об этом рассказывает 25 глава книги Исход. В скинии стоял ковчег Завета. Он находился в отдельной комнате скинии под названием «Святое святых». На крышке ковчега Завета были два золотых ангела, херувима. И между этими херувимами Бог являл себя видимым образом. Раз в год первосвященник входил в эту комнату с ковчегом Завета, где Господь говорил с ним от этих двух херувимов. 40 лет над скинией проявлялась слава Божия в виде огня ночью и облака славы днем. Бог являл себя среди своего народа для того, чтобы люди знали о нем. 40 лет люди каждый день видели это облако славы. Бог пребывал с ними. Хочу сказать вам сегодня, церковь, что Бог пребывает с вами, с каждым из вас лично, каждый день вашей жизни. Писание говорит, когда родится Иисус, вы назовете его Эммануил, что означает «с вами Бог». Бог ближе к нам с вами, чем нам кажется. Он здесь и сейчас. Он действует через обстоятельства здесь. Он действует через людей. Он действует путями, которых мы не понимаем и вряд ли когда-либо поймем. Но, тем не менее, это Его суверенная воля. Бог желает, чтобы мы пробудились для Него и в полной мере осознали Его, осознавали, что Он пребывает с нами. Мне нравятся слова Давида в 18-м псалме. Давид пишет, что Господь говорит всегда через свое творение. Все творение говорит о том, что Бог Отец всегда говорит к своим созданиям. Но мы зачастую настолько глухи ушами и слепы сердцем и глазами, что не понимаем, что Он говорит к нам. В 18-м псалме Давид говорит, что Бог через свое творение говорит к нам везде и всегда. Послушайте Слово Божие. «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. День дню передает речь.
Помните, что писал Павел в послании к римлянам? Он писал: «Ибо невидимое Его от создания мира через рассматривание творений и видимое». Другими словами, мы можем узнать о Боге, о Его природе и даже о Его путях, просто рассматривая Его творение, обращая внимание на то, что Он сотворил. В 18-м псалме Давид утверждает, что Бог говорит всегда. Небеса проповедуют Бога. Каждую ночь мы смотрим на небо и видим звезды. Конечно, если небо закрыто облаками, то звезд мы не видим. Но зачастую, глядя на небо, мы видим множество звезд. Когда они мерцают, к нам словно говорит Бог. Также Давид приводил в пример солнце. Солнце как светило. Он писал, что никому не избежать его тепла. Когда солнце встает, оно согревает каждого человека. Точно так же, писал Давид, Божий голос непрестанно звучит на земле. Бог говорит к вам. Но слышим ли мы его? Осознаем ли мы, что он говорит? Суть праздника кущей в том, что Бог здесь, что он живет среди нас. Поскольку мы были духовно мертвы, пока не родились свыше и не пришли к вере в Иисуса, мы были глухими. Библия говорит, мы рождаемся в этот мир отделенными от Бога, мертвыми по своим грехам и преступлениям. Из-за того, что мы рождены во грехе, мы проходим процесс преображения Духом Святым. Мы обновляем свой разум, чтобы слышать Бога и пробудиться для Него. Мы рождаемся в этот мир отчужденными от Бога. Придя к Иисусу, мы принимаем Дух Божий. Тогда Бог пробуждает нас и показывает, как Он к нам близок. Могу проиллюстрировать эту мысль так. Почему в мире столько атеистов и агностиков? Эти люди утверждают, что Бога нет, что они Его не знают, потому что они мертвы в своих грехах и не могут слышать Бога. Приведу в пример интересное местописание. Помните тот момент, когда Иисус висел на кресте? Мы откроем с вами это местописание. Об этом говорится в Евангелии от Иоанна, 12 главе, 27 стихе. Это молитва Иисуса еще до того момента, когда Он взошел на крест. Послушайте, что говорится в этом месте. Итак, напомню, Евангелие от Иоанна, 12 глава, с 27 стиха. О чем Иешуа молился своему отцу? «Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел. Отче, прославь имя Твое». Тогда пришел с неба глас, и прославил, и еще прославлю. Народ, стоявший и слышавший то, говорил: «Это гром». Когда Бог Отец говорил с небес к Иисусу: «Я прославил Твое имя и еще прославлю», люди услышали голос самого Бога, но не узнали Его. Они дали звуку голоса Божьего естественное объяснение. Они сказали: «Это просто гром». Я часто вижу подобные ситуации. Не так давно мы вернулись из города Лира, что в Уганде, и там я своими глазами увидел самое невероятное, самое потрясающее чудо. Одна женщина была слепой в течение 15 лет. Это очень долгий промежуток времени. Каждый день она сидела и просила милостыню, потому что ничего не видела и не могла работать. Я предлагаю вам посмотреть этот сюжет и внимательно посмотреть на деяния Божие. Я знаю Мил Роуз 6 лет. Она просила милостыню, и я сам давал ей деньги. Она не видела, сколько ей дают. Мне приходилось говорить ей, что это за монета. Мила Роуз — моя мать. Она потеряла зрение в 2002 году во время пожара на кухне. Она услышала о Крусейде и всем говорила, что хочет туда попасть. Когда я пошла в церковь, в одно воскресенье наш пастор сказал, что к нам приедет человек Божий, чтобы проводить служение.
служение чудес, и будут исцеления. Услышав об этом крусейде, я пошла в пост и молитву на 2 дня. Я просила Бога исцелить меня во время служения чудес. Соседи и друзья говорили мне: «Ты пожилой, да еще и слепой человек, куда ты пойдешь?» В ее сердце было столько веры, столько огня. Помните женщину, которая протиснулась сквозь толпу и коснулась края одежды Иисуса? У Милы была такая же вера. Она решила пойти, несмотря ни на что. В четверг она не получила исцеления, в пятницу она тоже не получила исцеления. Но я сказала им: «Я пойду туда верой, я хочу получить свое чудо». Но она сказала: «В воскресенье я получу свое исцеление». Что же произошло? Я дул в шофар и говорил: «Во имя Иешуа, во имя Иисуса, слепые глаза откройтесь». Раввин молился. Он дул шофар. Когда он подул в него, я ощутила какой-то холодок в своих глазах. И я сразу поняла, что получила исцеление. Милу привели на сцену, и я сказал: «Откройте глаза». Вы бы видели, как она открывала глаза. Ей было очень больно. Из глаз текли слезы. Я видел, что это болезненно, но все же сказал: «Откройте глаза». Дорогая сестра, я прошу тебя постараться сейчас открыть глаза как можно шире. Я хочу сейчас проверить ваше зрение. Пожалуйста, сколько? Я поднял пальцев. Скажите. 3. Женщина прозрела и начала славить Бога. Несколько недель спустя моя команда взяла интервью у этой женщины. Вы не поверите, насколько изменилась эта женщина. Посмотрите. С того дня, как Раввин помолился за меня, я перестала ходить с тростью. Слава Богу! О, слава Богу! Я снова могу видеть! Я знаю ее всего 2 года. Но уверяю вас, что она была слепой. Она могла ходить только при помощи трости. Нигде ей не смогли помочь. Нам пришлось сдаться, так как мы не видели другого выхода, и у нас закончились все деньги. Когда я пришла туда в первый вечер, в четверг, я не получила исцеления, но я не сдалась. Я пришла в пятницу. Она была полностью исцелена. Это бесспорно. Этому есть свидетели. Мы убедились в этом, когда поехали туда снова. Женщина сказала, что до исцеления не видела ни толпу людей, ни меня, когда я стоял прямо перед ней. Вы можете зайти на мой канал на YouTube, ввести в поиск «Город Лира» и найти видео под названием «Скажет: вижу тот, кто слеп». Однако были люди, которые, несмотря на подтверждение, утверждали, что это не чудо, и говорили: «Ну, можно найти другое объяснение». Так мыслят люди, мертвые во грехах. Даже нам, несмотря на то, что мы рождены свыше и знаем Иисуса, тоже нужно пробиться, победить дух, который вселяет в нас сомнения и не дает нам слышать. Так что мы придумываем естественные объяснения сверхъестественным явлениям. Нам нужно осознать, что Бог находится с нами, что Он действует в нашей жизни, даже в самых обыденных ситуациях. Нам нужно пробудиться ото сна и осознать, что Он с нами, ведь Господь Эммануил всегда с нами. Нам нужно обращать внимание, нужно наблюдать, нужно ожидать. Нужно осознать еще раз, что зачастую Отец говорит к нам вовсе не драматично и зрелищно, хотя порой бывает и так. Зачастую Бог говорит к нам через привычные нам вещи, через друзей, через природу. Мы читаем в Писании, что Бог говорил через радугу, через презираемых всеми пророков. Он говорил через тех, кто передавал людям Слово от Бога. Однако эти люди, слушая Слово, не осознавали, что таким образом к ним говорит Бог. Бог говорил даже через осла Валаама. Бог говорит посредством обычных вещей. Нам нужно искать Его во всем и понимать, даже если мы не переживаем чего-то драматического и зрелищного, Бог по-прежнему рядом. Он всегда с нами. Он действует в нашей жизни. Нам нужно каждый день замечать это и утверждать: «Бог Отец, Ты со мною. Ты пребываешь со мною.
Твое присутствие окружает меня. Даже если сейчас я тебя не чувствую, даже если сейчас я тебя не ощущаю, я принимаю это верой. Вера — это уверенность. Мы ничего не придумываем. Я принимаю верой, что ты со мной, Отец, что ты окружаешь меня собой и каждый день действуешь в моей жизни во всех моих обстоятельствах. Писание говорит, что все содействует ко благу тем, кто любит Его и призван по Его изволению. Бог использует все обстоятельства, чтобы мы преображались в образ Его Сына. Каждый день мы не только утверждаем эту истину в своей голове с верой, говоря: «Отец, спасибо, что Ты со мною. Спасибо, что окружаешь меня. Спасибо, что действуешь в моей жизни. Даже если события кажутся мне вполне обыденными, Ты действуешь через них». Мы не только утверждаем этот факт в течение дня, но и спрашиваем себя каждый день, «Чему Господь научил меня вчера?» Иногда Бог не просто чудесным образом устраивает наши обстоятельства. Бог действует незримым образом, чтобы научить нас, чтобы сделать нас мудрее и чтобы показать нам правильный путь. Другими словами, когда мы открыты для Него и вдруг что-то в жизни делаем не так, Бог начинает показывать нам: «Твой способ не работает. Ты словно бьешься головой об стену». Если мы внимательны и во всем ищем Бога, Он использует все наши обстоятельства, чтобы научить нас мудрости, научить нас идти правильным путем и оставаться в Нем. Бог желает пребывать с нами. Послушайте еще раз. «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди их». Откройте сейчас свои сердца. Я хочу помолиться с вами. Бог Отец, во имя Иисуса, я смиряюсь перед Тобою. Я говорю «да» тому, что сейчас провозглашает Равин Шнайдер. Откройте свои сердца. Ведь это истина. Ты здесь с нами. Но я виноват в том, что зачастую не осознаю этого. Мое сознание блуждает. Я склоняюсь к негативу и критике. Отец, я прошу Тебя простить меня, очистить меня от этого духа и пробудить меня для Твоей божественной реальности. Ты окружаешь меня. Ты пребываешь со мною. В древности Ты пребывал с израильским народом видимым образом над Скинией, а теперь Ты пребываешь со мною, Отец Яхве, и живешь внутри меня. Я молюсь Тебе во имя Иисуса Христа. А знаете, что произойдет, когда мы примем это? Когда действительно поверим в то, что Бог с нами, в вашей жизни не только будет больше радости, вы избавитесь от всякого страха и обретете уверенность. Только послушайте, что произошло с Иисусом Навином. Господь сказал ему: «Будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь». Как Иисус Навин должен был стать твердым и мужественным, он должен был стать смелым и решительным, осознав, что его Бог с ним. Знаете, если вы принадлежите Иисусу, Бог с вами. Все так просто. Он никогда вас не оставит и не покинет. Он всегда рядом с вами. Нам часто кажется, что основное послание Библии таково: «Когда мы умрем, мы пойдем на небеса». Но знайте, вероятно, самая главная мысль Библии не только в том, что после смерти мы попадем на небеса. Основная мысль Писания состоит в том, что Бог сейчас с вами. Когда Иисус пришел на землю, Он открыл дверь, чтобы мы с вами приняли Его, и Бог мог быть с нами всегда. Опять же мы читаем Писание в Евангелии от Матфея. «Дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил», что значит «с нами Бог». Основная тема Писания в том, что сейчас Бог с вами. Иисус умер за ваши грехи и приобрел вас своей кровью, чтобы вы имели отношение с Богом и стали Его невестой. Стали
чадом Божиим. Бог всегда с вами. Не какой-то момент, а всегда. Он был с Адамом в прохладе дня. Он говорил с Моисеем из горящего куста. Он был с Авраамом и назвал того своим другом. Он был с Петром, Иаковом и Иоанном и преобразился прямо у них на глазах. Точно так же Он всегда с вами. Сейчас. Сегодня. Хочу попросить вас еще раз. Если можете, встаньте вместе со мной на колени перед Богом. Если не можете, давайте просто помолимся и попросим Отца еще раз простить нас и пробудить нас Его силой, силой Руаха Кадеша, Духа Святого. Давайте скажем вместе: «Бог Отец, я верю Тебе. Я верю, что это истина. Ты со мною. Я прошу, Отец, прямо сейчас, пробуди меня. Я каюсь в том, что не знал, что Ты со мною. Ты рядом, но я был слишком слеп, чтобы это видеть. Отец, прямо сейчас я посвящаю себя Тебе, чтобы возрасти в уверенности в Твоей любви ко мне и в Твоем присутствии рядом со мною до конца моих дней и вечности во имя Иисуса». Мы рады, что вы сегодня с нами, и мы хотели бы молиться о вас. Присылайте нам свои нужды по почте или через наш сайт. Адреса сайта указаны на экране. Наша молитвенная группа собирается каждый понедельник, чтобы молиться отдельно о каждой нужде. Если у вас есть свидетельство того, как служение «Узнавая еврейского Иисуса» изменило вашу жизнь, мы приглашаем вас рассказать вашу историю на нашем сайте в разделе «Свидетельства». Также мы благодарим вас за молитвенную и финансовую поддержку. Поддерживая служение «Узнавая еврейского Иисуса», вы становитесь партнером Бога в строительстве Его Царства. Господь дал Моисею конкретные инструкции, как благословлять народ в книге чисел, 6 главе. Господь сказал Моисею: «Так благословляй народ Израиля, провозглашай над ними: Яхве да благословит вас и да сохранит, и да презрит Яхве светлым лицом своим на вас, и да будет милостив к вам, да обратит Яхве лицо свое на вас, и дадаст вам Яхве свой мир». Господь сказал: «Так благословляй сынов Израиля, и я нареку имя мое над ними». Я хочу произнести это благословение в вашу жизнь, возлюбленные. Бог Отец да продолжает непрестанно передавать вам Себя Духом Своим во имя Иешуа. Он любит вас и всегда будет любить. Yavarechecha Yahweh, vayishmarecha. Ya'er Yahweh panav elecha, vichunecha. Yisa Yahweh panav elecha, ויישם לך. שלום. Бог Отец да продолжает непрестанно передавать вам Себя Духом Своим во имя Иешуа, нашего Мессии. Он любит вас и всегда будет любить. Да благословит вас Бог во имя Иисуса. Шалом.
Вы смотрите эту программу сегодня и понимаете, что в вашем сердце что-то происходит. Вы чувствуете, что Бог что-то делает в вашем сердце, и вы даже не знаете, как на это реагировать. Я хочу, чтобы вы знали, что Иисус стучит в ваше сердце. Иисус говорит: «Се, стою у двери и стучу. Если отворишь мне, я войду, и мы будем жить вместе». Если вы хотите прямо сейчас пригласить Иисуса в ваше сердце, то все, что вам нужно сделать, это сказать: «Иисус, пожалуйста, прости меня. Я грешник. Войди в мою жизнь. Спаси меня. Я хочу следовать за Тобой». Если вы молились сейчас этой молитвой, сообщите нам об этом. И также, если вы хотите больше узнать об Иисусе, зайдите на наш сайт. Бог — наш Создатель, и Он хочет знать нас лично. В следующем выпуске раввин Кёрт Шнайдер расскажет о том, что Бог ближе, чем мы думаем. Помните, я говорил вам, что каждая часть скинии несет в себе пророческую картину нашего хождения с Богом? Значение скинии привнесло немало смысла в наше спасение. Во время общения с этими драгоценными людьми происходило сверхъестественное излияние помазания. Это обучение нации, поскольку он проповедовал людям, принимающим важные решения. И я верю, что эта земля изменится, потому что ее лидеры наставлены в Божьих путях. Если вы сейчас принимаете решение отдать свою жизнь Иисусу, то я прошу вас повторить за мной эти слова: «Отец Бог». Я молюсь о том, чтобы Бог благословил его еще больше, чтобы он мог идти по всему миру и проповедовать Евангелие. Думаю, благодаря ему многие люди получат спасение. Раввин Шнайдер, как Иоанн Креститель, он готовит путь для Иисуса Христа. Только что вы видели, что происходило в Сороте, Уганда. Спасибо, что вы помогли мне послужить здесь. Это плодотворная почва. Завтра мы будем крестить более 900 человек, уверовавших в ходе этого крусейда. Я благодарю вас за ваше участие в этом служении. Да благословит вас Бог. Шалом! Возлюбленные, что мне нравится в учении о Божьих осенних праздниках, так это то, что они применимы сегодня для каждого из Божьих детей. Не только для еврейского народа, но также и для язычников. И для тех из вас, кто является верующим в Иисуса из язычников. Этот праздник крайне важен для вас, потому что он учит нас о личности Мессии Иисуса. Бог Отец желает, чтобы вся Церковь понимала иудейские корни христианской веры. Поэтому Иисус сказал женщине у колодца: «Женщина, вы не знаете, кому вы поклоняетесь, а мы знаем, потому что спасение от иудеев. Господь поднял меня, чтобы я мог учить его народ, его церковь, иудейским корням христианской веры. Бог желает, чтобы мы поклонялись ему не только в духе, но и в истине». Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Или же вы можете сделать это на нашем веб-сайте. В благодарность мы вышлем вам аудиопроповедь раввина Шнайдера, а также наш информационный бюллетень. Чтобы больше узнать об этом служении, а также ознакомиться с материалами, написанными раввином Шнайдером, и мессианской музыкой от Джошуа Джеймса, заходите на наш сайт. Смотрите программу «Узнавая еврейского Иисуса», как хотите и где хотите. Просматривайте на Фейсбуке еженедельные послания раввина «Семена откровения». Смотрите полные выпуски на YouTube. Загружайте учения раввина через наше мобильное приложение. А также читайте особые письма от Синтии.